Ребят, всем привет! Вы на канале Smile Pretty, и мы с вами продолжаем играть Strongman Race. И, ребята, я немножечко, смотрите, сменил свой образ и сделал себе скинчик, который был у меня самый первый. Вы, кстати, пишите в комментариях, какой вам больше всего нравится. Ну и, ребята, я сегодня покажу вам самого крутого питомца в этой локации, ребят. Я смог получить вот эту секретку, я открывал очень много раз, и в итоге все-таки я смог ее получить, ребята. Вы, кстати, не забывайте обязательно переходить по ссылочке в описании, чтобы поиграть в игру и поставить ей лайк. Поэтому, ребята, обязательно заходите, ставьте лайки игре и давайте наберем 500 лайков, ребята. Я сделаю для вас супер крутой код. Там остается не так много лайков, до 500. Поэтому, ребята, кто еще не поставил, обязательно ставьте игре лайки. И я сделаю для вас реально очень крутой код, ребята. Возможно, даже с секретным питомцем. Так что обязательно ставьте лайк. Эх, хочу задонатить робоксы, но как их купить? Playrock.com — это маркетплейс игровых товаров и услуг. За 499 рублей можно купить премиум аккаунт и плюс 450 робаксов. Пока у меня 0 робоксов. Ну а чтобы их купить, нужно совершить 2 клика. Регистрируемся через ВКонтакте или Google, оплачиваем банковской картой или Kiwi кошельком. После покупки вы получаете инструкцию по получению робаксов, и у вас открывается чат с продавцом. 10 минут и все. 450 робоксов у меня на аккаунте. Десятки тысяч игроков получили робаксы через Playrock. Более 80 тысяч отзывов оставленных после покупки. Донат осуществляется легально через официальный магазин в игре. Покупай и трать робаксы на все что угодно. Я купил премиум и 450 робаксов. Теперь я могу купить себе геймпасик. Ну а на оставшиеся прикуплю себе маску и что-нибудь еще в магазине Роблокса. Playrock.com, ссылка в описании. Давайте мы с вами приобретем себе X2 к удаче, ребят. Ну и, конечно же, заюзаем на 15 минут. Давайте мы с вами телепортнемся вот сюда и попробуем, ребята, выбивать. Ну, мифики. Мне нужны только мифики и секретки. Поэтому, ребята, давайте посмотрим, смогу я получить их или нет. Мне, в принципе, много, ребят. Я нафармил себе энергии. И я, кстати, могу уже сделать перерождение. Поэтому... подожди, в смысле энергии? Давай-давай, фарми. Вот. Вот так открывать, что-то у меня перестало открывать, ребят. Ну, я не знаю, смогу ли я получить еще одного секретного питомца, но мы с вами рискнем в любом случае сегодня и попробуем сделать из него шайни, потом рейнбоу, если, конечно, у нас получится, но что-то... О, видите, мифик, ребят, еще один мифик. Мифики — это хорошо. Мы с вами из них сделаем шайни, потом, может быть, рейнбоу даже сможем сделать. Ну, а потом, ребят, давайте мы сейчас с вами, короче, потратим всю энергию, и я зайду на общий сервер, ребят, и буду кому-нибудь дарить энергию. И, ну, нет, энергию не смогу дарить. Я буду дарить... О, все, я походу... А, нет, подожди-ка. У меня инвентарь потихонечку кончается, ребят. Я буду дарить, ребята, победы и силу. Я сейчас буду реально всем попробую. Ну, кто будет, допустим, новичок, да? Мы с вами возьмем вот так вот, телепортнемся, например, сделаем. Вот так вот, вот сюда откатимся и будем просто вот так вот всем дарить, ребята. Если вы, кстати, хотите тоже, чтобы я вас прокачал, подарил что-нибудь, то обязательно пишите об этом в комментарии. Ну, а я давайте сейчас мы вот так вот быстренько усилимся. Вот так вот сделаем сразу себе шайни мификов, ребята. Потому что шайни мифики — это, ну, одни из самых крутых сейчас питомцев, да. И посмотрим, какой у меня будет результат. Ну-ка, сколько у меня вообще получится шайни сделать-то? Нифига себе, сколько много-то, слушайте. Да, с удачей, конечно, неплохо я получаю, да, смотрите, питомцы. Конечно, у меня много, вот именно мификов. Но секреток одна только, ребята, одну секретку я смог получить. Ну ничего, ничего, у нас еще есть энергия, и, возможно, мы с вами сейчас получим. Ну-ка, давайте посмотрим. У меня получается, ребят, почти 8. Почти 8 миллионов, давайте, знаете что? Вот из этих сейчас мы с вами сделаем рейнбоу, ребят. Давайте из рейнбоу мифик сейчас у нас будет. Ну-ка, давайте смотреть на его характеристики. Вот так вот. Вот, ребят, это самый крутой питомец на данный момент. Кстати, вот эти еще я экипировал, да? Ну вот, кстати, у меня секреточка, ребят. Вот так вот она выглядит. Давайте я вам ее покажу. Вот она, ребята. Самый крутой питомец на данный момент. Вот так вот он выглядит. Ну, среди остальных питомцев он очень круто выглядит, ребят. Так что давайте мы с вами также телепортируемся. Я сейчас потрачу всю свою энергию. Я копил полдня, наверное, ребят. Я специально, типа, вот как обычно игрок играю, ничего себе не прописываю и так далее, и
играю точности, как вот, например, кто-нибудь играет с геймпассами. То есть я как обычный игрок, который купил геймпасс, ребят, играю. Поэтому мне так интереснее смотреть, да, как тут вообще можно развиваться, какая скорость, да, кто как может развиться. И потом в будущем, ребята, я от этого буду отталкиваться, когда мы будем делать обновление. Вы, кстати, пишите тоже свои идеи, ребят, по поводу того, что ввести в игре. Очень много комментариев. И, ребята, прям реально очень много толковых. То, что вот, например, люди пишут то, что хотят увидеть, например, магазин с гантелями, магазин с аурами, еще всякие штуки. Ну, то есть, вообще много всяких идей крутых. И, ребята, ну, блин, секретка все-таки не получилась. Ну, окей, давайте мы с вами телепортнемся теперь вот сюда. Кстати, давайте топ посмотрим, ребят. Ну, ГОСТ, походу, также на первом месте. Да, а нет, смотрите, ГОСТ обогнал фонарик. 27 перерождений. Офигеть, ребят, ну-ка, я на каком месте? Я на 16 месте, у меня 18 перерождений, ребят. Тут у нас ГОСТ, я на втором месте по силе, ребят. Тут у нас ГОСТ и тут у нас ГОСТ. По ребертам, получается, только перегнали, да, ГОСТа? Ну, погнали, ребята, я хочу попробовать посмотреть, сделать секретку. Получится или нет, давайте смотреть. Надеюсь, что получится. Но мне кажется, что тут 20% это мало. Давай, погнали, фьюз, давай. Офигеть, ребят, прокатило. Так, где он? Вот, ребята, 1 380 000. Золотая, смотрите, ребят, секретка. Блин, а получится, интересно, сделать из нее рейнбоу, ребят. Вот это жесть. Мне кажется, ни у кого нету вот шайни. Жесть, жесть, ребята. Ну ладно, давайте пробуем. Мне хочется посмотреть все-таки, получится или нет. Кстати, я вам сейчас еще покажу, ребята. Вот здесь вот смотрите, я же для вас кодик сделал, да, вот так вот он выглядит. Просто у некоторых почему-то написано на русском, ребят. И они вводят на русском. Вот типа вот так вот, секретный код. Вот так вот, секретный код. Но, ребята, надо на английском вводить. И у кого игра переведена на русский, у вас здесь на русском написано. Поэтому, ребят, вот этот кодик вводите и на английском. Вот как здесь вот написано. Вот запомните, я вам показываю. А вот так вот он выглядит. И вводите. Но не на русском, на английском, ребята, надо, чтобы он заработал. Так, ну и давайте мы с вами вот так вот попробуем все-таки сделать рейнбоу. Надеюсь, получится. Но даже если не получится, ребята, это будет интересно. Давайте погнали, давай. Не, нет, ребята, не прокатило. Не получилось. И в итоге, ну, пока вот такие у меня питомцы, ребята. У меня открыто 61 из 80. Надо еще один слотик себе открыть. Ну, и я, наверное, этим и займусь. Ну, а вы, ребята, обязательно в комментариях пишите идеи. Потому что мы много чего сюда можем еще добавить, ребят. В следующем обновлении у нас будет новая локация. Вот здесь мы добавим новую локацию. Плюс, ребята, мы добавим трейд. Трейд пока недоступен, но будет скоро доступен, ребята. И вы сможете, например, своим друзьям передавать классных пэтов. Поэтому я думаю, это, ну, как бы начало классное, да, ребята, для игры. И давайте мы, знаете, что я сейчас сделаем с вами перерождение. Я вот так вот беру, делаю перерождение, и это у меня 19-е перерождение, ребят. Вы, кстати, можете писать в комментариях, как вы думаете, сколько для следующей локации нужно будет перерождений. Я жду ваши комментарии. И, кстати, ребят, давайте, я вам обещал, сейчас мы переходим на обычный сервер, и я буду дарить подарочки. Ну что, ребят, смотрите, я зашел на сервер. Так, ну и давайте мы найдем какого-нибудь супер слабенького. Так, вот, ребят, смотрите, кто-то у нас тут стоит, да? Ну-ка, вот этот кто-то, блин, не вижу, ребят. Вот, вот это, давайте мы ему с вами подарим, например, финиши. Давайте для ребертов ему, ребят. Давайте ему 10, ой, это я себе доначу. Давайте мы вот так вот ему подарим. Как у него ник? Тугелек. Ну-ка, давай-ка сейчас попробуем. Тугелек, держи. Мы ему дарим, ребята, 150, за 150 робаксов дарим ему 10 финишей и 10 тысяч, ребята. Давайте мы ему подарим еще силы. Ну-ка, вот так вот, ну-ка, чтобы он сделал сразу перерождение, ребята. Так, оп, давай, давай, давай. 550 робаксов, ребят, ему еще донатим, и он сейчас вообще с легкостью сделает себе первое перерождение. Надеюсь, он сделает это перерождение, ребят. Ну-ка, он ничего не написал. Ну, он, походу, побежал куда-то, да? Вот, чувак, смотрите, стоит тоже, смотри. У него ноль скорости.
Чувак, здорово. А мы давай к тебе тоже что-нибудь подарим. Это Лена? Ну, окей. Давай мы тебе подарим 10 тысяч тоже, ребят. Так, ну-ка, давайте сейчас найдем его. Где он? Сейчас мы ему тоже подарим что-нибудь. Так, подожди, как у тебя ник-то точно? Надо вот найти его. Миллионер. Давайте сейчас мы ему подарим. Так, ну-ка, давай 10 тысяч вот так вот дарим, чтобы он сделал себе... Вот он, ребят, вот. Давай мы тебе дарим вот так вот. Силу! 10 косарей вот так, бам, подарили. Оп, все, мы тебе подарили. И давай еще финиши, ребят. 10 финишей мы подарим. Ну-ка, вот так, держи. Мы тебе еще подарим. Вот так вот, можешь сделать перерождение. Я ему написал, ребята, можешь сделать перерождение. Смотрите, как он большой стал, а. Блин, капец. Вот это он большой. Ну-ка, тут у нас что, есть еще новички? Новичков здесь я больше я не вижу. Ну, слушайте, ребят, если вы хотите, чтобы я вас также немножечко прокачал, да, подарил что-нибудь, то обязательно, конечно же, напишите об этом в комментарии. Ну и заходите играть в мою игру. Я буду вот так вот заходить время от времени и дарить всем подарочки. Всем, ребята, пока-пока.